Всем привет! С вами «Ты в голосе» и я, ведущая этого выпуска, Лиза Запорожец. И сегодня у нас в гостях Стася Федорова, вокалистка, лауреат многих международных конкурсов, диджей, ведущая на радио Kids FM, а также просто замечательный, зажигательный человечек. Стася, привет! Привет! Так, Стася, всем интересно происхождение твоего имени. Так как оно очень необычно, я бы хотела узнать, как звучит твое полное имя, или есть, возможно, какая-то семейная история, связанная с этим именем? Да, во-первых, меня зовут Анастасия, а не Станислава, как многие ребята называют меня Станиславой, то есть это неправильно. И вообще, в принципе, меня зовут не Станислава, а Анастасия, из-за того, что родители хотели назвать меня Стася. Но так как Стася — это имя болгарское, то пришлось назвать меня Анастасия. А так везде меня называют Стася. Вау! Имя такое интересное, и оно редко используется. То есть в основном используются такие имена, как Настя, и... Ну, очень интересно. Так, мы сегодня будем разговаривать о творчестве, и я бы хотела узнать, вообще, с чего начался твой творческий путь? Как ты вообще первый раз, когда и во сколько прикоснулась к этому музыкальному миру? Меня отвели в музыкальную школу, все легко. Просто отвели в музыкальную школу, пришлось там заниматься, мне совсем не хотелось. Ну, в принципе, в музыкальной школе мне никогда не нравилось, у меня не было никогда какого-то желания. Боже, музыкальная школа, я иду в музыкальную школу, наконец-то. То есть всегда это было мучением, и мне не хотелось ходить туда. Вот и с этого все началось, там я начала ходить на хор, а потом меня отвели к преподавателю, и там я уже начала свою сольную карьеру. А, понятно, я думала наоборот, то, что это было именно твое желание, то есть родители, ну, они были не против, а даже за, то есть это они тебя отвели. Да, то есть я была против, а родители за. Ой, это вот необычно, обычно все наоборот, а у тебя прям так не по стандарту. А если вот заговорить о семье, то, ну, кто в твоей семье, кто, возможно, может быть, какие-то музыканты у тебя родители? Ну, как бы моя мама, она очень любит петь, а мой папа любит играть на гитаре, а брат от этого всего понабрался и играет на барабанах. И вот как-то все начали играть на разных инструментах. У нас, кстати, была какое-то время вообще небольшая такая музыкальная группа. Я пела, сидела на большом таком кресле, брат играл на барабанах, мама стояла и снимала, то есть мама как-то так отдельненько, да. Вот, и мой папа, он играл на гитаре, и у нас была музыкальная группа. Вау, то есть у вас прям такой бэнд был. Здорово. А, то есть получается, у вас вся такая семья музыкальная. Интересно, у меня тоже многие в семье занимаются и музыкой, и вокалом. Интересно, интересно. А, вот, и в какой момент ты поняла, что музыка — это вот прям твое призвание, и вот это желание, ну, как бы у тебя был переломный момент, когда из музыкальной школы ты решила то, что все-таки да, это мое, я буду с удовольствием ходить к педагогу, было такое? Ну, то есть, грубо говоря, нет. Меня водили к педагогу, опять же, это все было насильно, вот. Но, в принципе, мне в какой-то момент это начало нравиться, так как я начала выступать на разных концертах. Мне нравилось выходить на сцену, и вообще, когда на тебя смотрят очень много людей, такое внимание, вот. И это мне очень сильно понравилось, я поняла то, что нужно развивать себя в этом, и как раз-таки пошла-поехала. А сейчас ты занимаешься где-то вокалом или у того же педагога, которому тебя когда-то насильно отвели? Нет, педагог, которому меня когда-то насильно отвели, он уже давным-давно в прошлом, я уже с ним вообще не виделась давным-давно, и вообще это было прям вообще очень много лет назад. И сейчас я больше занимаюсь с новым педагогом, с самым моим последним, потому что у меня их на самом деле было просто... Хоть отбавляй, выше крыши, потому что я ходила, кому я только не ходила, в общем-то. Я ходила к некоторым преподавателям, которые уже поучаствовали в проекте «Голос», только уже взрослый, и я у них иногда занималась, и у меня там было, знаешь, как по одному уроку у каждого, и получилось так, что я побывала практически у всех в моей творческой студии, вот. Вау, здорово. Ну, сейчас ты, то есть, ты занимаешься не у того педагога, которому тебя когда-то насильно отвели. А вот как обычно, ну, говорят то, что
человек, который, ну, творческий человек, он обычно не ограничивается каким-то одним узким направлением, и я бы хотела поинтересоваться, есть ли что-то еще, кроме музыки, возможно, ты еще чем-то занимаешься, увлекаешься чем-то? Ну, как и банальный такой ответ, я занимаюсь не только музыкой, я занимаюсь также танцами. То есть я хожу периодически на уроки, хоть сейчас у меня это редко получается из-за большой нагруженности, но все равно я попадаю на танцы, на которых я занималась вообще еще лет с трех, вот, то есть это было достаточно давно. Я веду радио, радио Kiss FM, и там я веду достаточно много эфиров, у меня, кстати, сегодня эфир, вот. А, то есть ты после интервью сразу мчишь на эфир? Ну, я считаю, что талантливый человек талантлив во всем, так что тебе успехов в сегодняшнем эфире. И я бы хотела узнать, у тебя же наверняка есть какие-то награды, ты же в конкурсах вокальных принимала участие, расскажи немного о них. Достаточно много конкурсов, в которых я участвовала, но самое запоминающееся — это было поколение Next, которое было и этим летом, и которое было... В том году, как раз-таки, где-то в ноябре, в декабре, я получила первое место и была очень этому рада. И как раз-таки с этого я прям поняла то, что да, так, пора. Вот, и тогда я как раз-таки начала очень-очень усердно заниматься с разными педагогами. И вот с того момента, наверное, да. А награды помимо поколения Next есть какие-то? Да, достаточно много конкурсов, допустим, конкурс в Тихвине, это Питер, вот, там у меня есть первое место, у меня оттуда есть еще третье место, в общем-то, я езжу на разные конкурсы, мне везде нравится, то есть не было такого, что мы приехали на конкурс, я там ничего не заняла, то есть всегда есть какой-то небольшой, даже если это диплом участника, я понимаю то, что, блин, это же классно, ты же поучаствовал в таком интересном конкурсе, ну, в общем, стараемся везде, просто везде. Видим конкурс, все, мы едем туда. Ну, правильно, это очень круто. А про поколение Next я слышала то, что ты там прям взорвала зал, говорили. А, и теперь у меня вот вопрос. Ты же подала заявку на «Голос дети», и мне было интересно, подавала ли ты, ну, это была твоя первая попытка, или ты до этого тоже подавала заявки? Так как в 2016 году уже второй раз снимают голос, проект «Голос дети», так что в январе тоже можно было подать заявку, и в январе, не помню, в феврале, в общем-то, это не так важно. Я подала заявку, и ее подавала вообще моя мама, я об этом не знала, я в тот момент вообще отдыхала, и как-то это было странно, вот. Ну, в общем-то, мама подала заявку, и, ну, мы пришли на кастинг, и когда я была на кастинге, я выхожу на сцену, мне нужно спеть. Мы выходили там в пятерочках таких небольших. И вот когда мы выходим на кастинге, у меня начинают трясти вот так вот колени. Я начинаю очень-очень-очень сильно волноваться. И вообще у меня получилось петь каким-то вот таким дрожащим голосом. Меня бы даже не взяли, если бы я пела уверенно, потому что на тот момент я была еще не такой готовой к проекту. Ну а сейчас, мне кажется, то, что я готова рвать и метать, потому что, когда я пришла в этот раз на кастинг, я шла уверенно, и у меня как-то было все спокойно, я не волновалась вообще, в принципе. Мне кажется, то, что это получилось из-за моей уверенности. А, ну то есть это уже второй раз, то есть ты подавала, ну, первый раз подала мама, и второй раз, вот со второго раза ты все-таки победила. Здорово. Стася, какую бы песню ты бы сама выбрала для исполнения на слепых прослушиваниях, чтобы, ну вот, зацепить зрителя, проникнуть в сердце и зрителей, и наставников? Наверное, это была бы песня Бьорк «It's All So Quiet». Мне очень нравится песня, мне кажется, что она мне подходит. Стася, а как ты считаешь, каким в твоем понимании должен быть идеальный наставник, учитель? Ну, какими качествами он должен обладать? Мне кажется, то, что он должен быть очень харизматичным, добрым и разносторонним. То есть, чтобы он мог дать разный репертуар, чтобы тебе было интересно с ним работать, так? Именно. Как я тебя поняла, с полуслова. А у меня вот следующий такой вопрос. Ты же все-таки вокалистка, и за многие годы твоего, ну, как бы, существования в этой профессии, наверняка ты уже определилась для себя, в каком жанре тебе больше нравится петь. В каком стиле и какой тебе тембр голоса? Я больше люблю петь в жанре джаз, мне это очень нравится, и я считаю то, что это прям вот моё-моё.
ты наверняка когда-нибудь давно планировала или мечтала с кем-нибудь из таких прям исполнителей и известных с кем-нибудь спеть в дуэте или, может быть, в квартете, с бандой с какой-нибудь спеть? Это, наверное, будет мой преподаватель, так как он просто меня учит, но, в принципе, мне бы хотелось выступить с ним на одной сцене. Это Семён Веричко, и мне очень нравится с ним работать, и я бы очень хотела с ним спеть. А какое у тебя жизненное кредо? Это, наверное, идти вперед и не оборачиваться. Вот, допустим, если ты получил двойку по математике, то это не значит, что ты должен просто сейчас забиться в угол, перестать петь, и ты должен заниматься только этой математикой, и чтобы у тебя в четверти вышло 5. Ну, то есть я думаю, то, что человек, если он занимается чем-то одним, то у него ничего не получится. Если он будет таким разносторонним, разноплановым, то тогда будет больше возможностей кем-то стать в будущем и вообще в принципе. Интересная позиция. Смотри, вот много же людей хотят поучаствовать в проекте, в «Голосе», и, возможно, ты можешь дать какие-то рекомендации, советы этим деткам, которые живут там в разных городах и странах, которые просто хотят даже просто приехать на кастинг в Останкино, и, может быть, ты уже как профессиональный исполнитель могла бы дать какие-то советы, повторюсь, этим детям, ну, по поводу исполнения, может быть, по поводу характера, как надо подавать песню. Просто вы должны... Сейчас, вот сюда даже обращусь. Просто вы должны петь очень искренне и с душой. Вся истина в двух словах. Стася, ты очень замечательная, зажигательная девочка со своей манерой, стилем. Спасибо тебе за твою искренность. Мне было с тобой очень приятно пообщаться. Я тебе желаю успехов во всем. В личностном, в творческом развитии. Больших тебе побед. Спасибо тебе за интервью. Огромное спасибо тебе, Лиза. Огромное спасибо, что пригласили меня. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Ребята, это не все. Смотрите следующие выпуски «Ты в голосе».